Приветствую, друзья! Добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня мы поговорим по поводу того, чем мы будем заниматься после того, как закончится солнцестояние героев. Почему же актуальна эта тема? Все очень просто, потому что у нас перенесли дополнение Обитель Теней на 1 октября. Соответственно, у нас целый месяц после солнцестояния чем-то надо заниматься. Так как мне периодически задают этот вопрос, успею ли я выбить себе броню и так далее, Ребята, солнцестояние героев началось у нас 30 июля. Завершится оно у нас 27 августа. То есть у вас есть еще 3 недели выбить себе броню. Поэтому, если вы не выбили ее в ближайшие дни, как это сделал там, например, я, ничего страшного в этом нет. Еще успеете. Ну а теперь по теме. Так вот, разработчики совсем недавно выложили календарь, благодаря которому мы и знаем ближайшие активности до выхода дополнения «Обитель теней». Вот он, этот календарь. Можете найти его в моей группе ВКонтакте, либо на официальном сайте. Тут и показано, чем вы будете заниматься с 27 августа по 1 октября. После солнцестояния с 27 августа по 3 сентября у нас стартует Железное Знамя. Это не последнее Железное Знамя. 3 сентября по 10 сентября у нас выходит патч 2.5.2.2. Подробности об этом патче будут чуть позже. С 10 сентября по 17 сентября нас ждет окончание моментов триумфа и, соответственно, бесплатные версии Гамбита, которые сейчас доступны. Так вот, просто у нас моменты триумфа перенесли. Ранее они должны были окончиться 27 августа. 17 сентября по 24 сентября у нас стартует последняя железка второго года. Ну и с 27 сентября по 1 октября у нас стартует хаос, помимо этого бонус на доблесть, а также бонус на бесчестие, то есть это имеет отношение к гамбиту. Как вы видите, у нас не заканчивается второй год солнцестоянием героев, у вас будет время себе доделать железное знамя аж два раза, помимо этого обнулить доблесть, напомню, не славу, а именно доблесть, а также обнулить гамбит. Но это будет только в сентябре. На данный момент у вас есть солнцестояние героев, которое продлится еще 3 недели, так что времени вам хватит с лихвой. Также не забывайте, на Миксере я создал себе канал, так что подписывайтесь, ссылка будет в описании. Но главное, подходите разумно, иначе потом Обитель Теней, который выйдет у нас в октябре, вам уже будет не нужно. На этом у меня все, спасибо, что смотрели, ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!